Приветствую на канале Asmo The Play. Мы продолжаем играть Evil Wight. Правильно, не знаю назвать. Так, загрузка данных профиля. Загрузить. Так, автосохранение. Это без разницы. Давай. Продолжить. Да. У чудовища. Когда открыт экран снаряжения, время замедляется. Экран снаряжения. Можно подумать, у меня там, кстати, какие-то инструменты я брал. Делать мне все эти приблуды. Два патрона всего. Это кошмарно. Надо где-то остановку так найти. Где делать там? Запчасти-то есть? Ну, вырвался, по крайней мере, из лап чудовищ. Это уже хорошо. Ну. Вот так. Ой, ёж, твою мать. Опять у меня все это полетело. Так, настройки. Управление. Назначение клавиш. Сбросить. Да, вот. Все, назад, все сделали. Кому сбрасываться? Да. Блин, даже не знаю, как реагировать. Тут-то есть что-то? Нет, это не разбивается. Ой-ой-ой-ой. Ух ты. Перезаряжу. Перезаряжу. Нет. Я не могу поверить в это. Что нам пришлось расстаться где-то. Подобрал. Куча трупов. Вон там наверху, как я понимаю, ходит где-то. Нет, 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 еще раз поджечь что-то. Нет. Хватит. Ты меня приглашаешь, что ли? Нет, 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 нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ё-моё, это беспалево называется. Честно сказать, я немножко очкую, потому что не знаю, то ли мне пробегать побыстрее это дело все, то ли стоит, ладно. Опа. Это я возьму. Поджечь. Нифига мы не будем поджигать. Подожди. У меня еще спичка две осталось. Все. Нифига с него нету. Так, ладно. Вот со спичками-то у меня проблемка. Как туда попасть? Что это, второй этаж? Не протиснуться. Так, придется отстреливаться, да, так понимаю.
Сейчас кто-то выйдет и начнет хреначить вон из тех ворот. Давай. Куда мусор вообще пошли эти? А на второй этаж можно еще залезть. Подобрать. Давай, чтобы все патроны были. Отвлекающий маневр готов. Это для кого? Давай-ка на второй этаж сначала. Этот топорик нет, нельзя. Стоять. Блин. Вот так. Ха-ха-ха. Ну-ка. Пойдем, пойдем. Берем. Это прокачка какая-то моя. Спички. Неплохо. Спрятаться. Ой, мама. Кто-то говорит. Кто-то где-то разговаривает. И прятаться, прятаться надо. Кто ты? Нет, не стреляй. Я не монстр. Я врач. Марсело Хименес. Вы были в скорой, когда она разбилась, да? Да, мы чудом спаслись. Вы видели кого-нибудь еще? Моего пациента, Лесли. Я видел, как он убежал вперед, но... Но? Идите сюда. Только тихо. Что там? Сами посмотрите. Эти существа гнались за мной до самой деревни. За мной тоже. Они повсюду. Почему дело-то ночью происходит? Лесли прошел через те ворота. Боже. Их слишком много, всех не перестреляешь. Если один из нас отвлечет их, то второй в это время сможет открыть ворота. Оружие ведь у вас? Как и... скажете. На что, тварь, намекаешь? Давай-ка, давай. Вот он, второй этаж, да? Проклятие! Так. Давай-ка сюда. Кстати, где у меня это? Оружие-то как? Блин, забыл у-ка настройки. Управление. Клавиши. Так, влево, так. Фонарь. Ударить. Краса, так это понятно. Подтвердить. Отменить, поджечь. Это мы тоже знаем. Выстрелить, прицелиться, ускориться, перезарядить, ходьба. Экран снаряжения. Вот так вот. А, надо нажать просто. Ой, это я что-то могу сделать? Зажигательный болт. Аптечка. Дробовик. Ага. Или дробовик у меня уже есть. Один, два. Что за зажигательный болт? Ну,
Давай попробуем сделать. Для агонии. Сделать болт для агонии. А где у меня агония? Так, ладно. Бутылку мы потом, если что, подберем. Опа. Так, управление в пробел, остановить стрелку. Синий успех, красная неудача. Так, обезвреживание мин ловушек. Если стрелка становится в синей зоне, ловушка будет обезврежена, и вы сможете разобрать ее на детали. Пробел, остановить стрелку. Ёж твою мать-то. Все понятно. Берем. Ага, вот у меня еще что есть. Так, блин. Так. Так, я, блин, весь скончаюсь. Берем. Вот-то там у меня прямо... Опять спрятаться. Тут нету ничего. Подобрать бутылку. Вот так. О, подожди. Граната. Так, мы же два прицелиться. Новый предмет. Граната. Ха-ха. Охренеть. Ну, это хорошо. Хоть за гранаты сходил. Если что, у меня топор есть. А, зеркало. Давайте попробуем прокачаться. Она ищет. Фрагмент 4. Исчезла. Так, моя напарница Майн Хейнсон просто огонь, упорная и серьезная, такие женщины мне нравятся, но с ней шутки плохи, сегодня она едва не засекла, как я пялюсь на ее задницу. Первый рабочий день следователя. Ну неплохо, что же, не вижу ничего плохого в этом. Если девушка хорошая, почему бы и не попялиться, глаз порадовать. Давай. А, надо удерживать. Хорошо. Давай, вставай. А, моя голова. Голова не жопа, перевяжи, да лежи. Так. Мое. Уходим. Мы туда пока не идем. Это вам пригодится. Неразговорчивы. Да, меня ведут. Детектив Кастелланос? Давай, говори. У вас есть такой ключ? Это ключ от дверцы шкафчика. Все содержимое ваше. Пожалуйста, возвращайтесь, когда захотите. Mm-hmm.
А, надо ключи, все понял. Ищи ключи, собирай. Открывай. Так, а тут у нас чего? Карта, да? Эта карта такая же невнятная, как и местность. Я что-то должен собирать, куда клеить, я так понимаю, нет? У нас на доске ничего нет. Нет, тут ничего нет. Все. Так, ладно. Допустим. Так. Новая ячейка. Все. Ой-ой-ой, нет. Мы на прокачку, давайте. Первый раз не получилось зайти. Так, первую надо здоровье прокачать. Так, максимальный уровень ускорения. Вот урон в рукопашной обязательно. Да. Вот это вот можно. Так, ну вот. Не знаю, даже надо мне это, не надо. Вот это я точно знаю, что надо. Блин, мне не хватает. Здесь вообще уровень 5 на 5 тысяч надо. 9 тысяч. Требуются очки, 9 тысяч лечения с плюсом. А, у меня еще и оружие есть. Так. 2500. А, потом, потом прокачаю. Подсоберу, поднакоплю. Сейчас пока сохранится. Где вот это? Пойдем к зеркалу. Двигай. Оп. Так, ладно. Сейчас, пока я с ним не поговорю, тогда получается. Подобрать. Нет, мне не это надо подбирать. Я знаю, как мне надо подобрать. А, вот так. Сюда идем. Вот здесь подбираем. Вот так. Это все отвлекающие маневры, это я должен бегать, прыгать, прятаться. Сюда. А где-то что-то здесь не брал. Так. И где-то еще спичка одна была, точно помню. Я не могу подпалить здесь все к чертям собачьим. Где-то еще, короче, спичка была одна. Точно помню, что не смог ее подобрать. Даешь твою мать-то, вот сюда повернись. Вот, нет, ни хрена, эта бочка не разрубается. Вот здесь, может, где-то я что-то не взял. Ладно, внизу, наверное, там. Давайте с ним говорить тогда.
сами посмотрите. Смотрю. Эти существа гнались за мной до самой деревни. За мной тоже. Они повсюду. Так. Лесли прошел через те ворота. Боже. Их слишком много, всех не перестреляешь. Если один из нас отвлечет их, то второй в это время сможет открыть ворота. Оружие ведь у вас? Как скажете. Так, а что, я должен спуститься вниз и перехватить их? Да? Опа! А, проклятие! На террасе есть ворот. Покрутите его, чтобы пропустить меня. Давай. Кручу и верчу. И... здесь. Я вижу. Сюда. Да-да, сюда. Давай, беги. Старик нарывается. Убьют его. Контрольная точка. Ой. Подобрать. Да, подожди ты. Ты чё, тварь? На. На. Падла. Так, это... А, где-то граната же точно есть. Точно знаю, что где-то есть. Всех не перестреляй. Давай. Вот. Я должен вниз как-то, да, уйти? Ё-моё. Так. Топор у меня был, чё, одноразовый? Это плохо. Просто знать бы, куда идти еще. Сейчас мы его. Опа. На. На. Может, с тебя еще что-то поднять можно? Опа. Подождите, подождите. Я достал. Черт, надо найти укрытие.
Ага, еще и по мне стреляют. Давай-ка наверх. Сюда. Вот что-то взяли. Спички. Сжечь. Что сжечь-то? Честно сказать, даже не знаю. Вот я вот это взял бы. А, вот что сжечь. Огонь, да? Что имеем? Блин, вот так вот просто спички тратить тоже не вариант. Так. Ой-ой-ой-ой. Главное, чтобы не вылез оттуда. Откуда не просили его. Ага, вот так вот можно, значит. Блин. Вот. Еще выше можно. Так, вот что у нас максимально чего-то. Не говори, что ты зависла. Ну что, твою мать-то. О. Ух. Блин. Твою мать. Поджечь. Взять спички, хоть, блин. Спички вернул. Опа. Тут что-то есть, ничего нету. Блин, ключи еще искать надо. О. Есть. Есть контакт. Не надо мне там смотреть, нечего. Уже один раз посмотрели, да. Единственное, что, главное, чтобы это не был босс какой-нибудь жирный, которого хрен завалишь. Ой-ой-ой-ой-ой. Я прямо в кладези какой-то нашел. Неплохо, неплохо. Нет, вот, вот в этой статуэтке не может быть. Давай. Нет, нет. Спускаемся. Спускаемся, все. У нас внизу никто не ждет. Готовы. А, вон он, кто это? Господи, а я ходил и не видел его. Ну-ка, давай-ка решим эту проблему. Там сундук.
спускаемся. Подожди. Спускаемся. Все ли так легко и просто? Вот так и смогу я в него. Нет. Не смогу. Видимо, что-то надо предусматривать здесь. На. Нифига. Так, как это должно работать? Где-то какой-то механизм должен быть его освобождения. Ты будешь поджигать или нет? Давай. Вот так. Опа! Давай, беги! Да. Вот так. Подобрать. Поджечь. Поджечь. Да. Что имеем? Кстати, надо здоровье поправить, что ли? Так. Блин, что такое? Вот где-то граната. А вот здесь у меня что-то максимально сделано. Так, использовать пробел. Ладно, это потом. Когда кто-то близко будет. Всех не перебить. Открываем. Смотрим. Да не то. Вон, блин, это копия вот эти стрелы или что там. Гарпун, мощный гарпун для арбалета агония, который предназначен врагов. Так, вот это. Это я уже понял, что это для чего-то стреляющего. Так, мне вообще сюда надо было первоначально-то. Кто-то должен поджечь, да, могу поджечь. Что поджечь? Давай, чтобы не встал, мало ли.
Вдруг вы встаете. Что-то еще поджечь? Нет, это посмотреть. Так, ничего нету. Вот, арбалет. Все понятно. Подожди. Сейчас мы определим арбалет. Так, сделать болт, если выбрано огонь. Ну-ка, давай-ка. Вот это что у нас? Это у нас вот так вот. Так, что ли, нам? А, вот это как действует. А, блин, от этого нету нифига. Ладно. Мне вот этот рычаг нужен. Вот оно чё. Понятненько. Что у нас здесь? Открываем. Подобрать. Дробовик. Зарядить. Подожди, а у меня там что, двухстволка стоит? Так. Обезвредим. Так. Использовать информация к варианты. А вот так вот надо. Все понятно. Тут никаких вариантов нет. Тут заряжен и заряжен, хрен с ним. Тут вариантов тоже никаких, да? И а вот у меня даже одна птичка есть. Давай, у меня пока от пистолета. Спрятаться. Нет, мы не прячемся. Он наблюдает, мы не можем уйти. Понятно. Наблюдает. Не можем уйти. Блин, был бы какой-нибудь сенсор, не знаю, сонар, который, блин, помог бы мне. Опа. Куда пришли? Можно оглядеться, пожалуйста. Да ё твою мать-то. О, сейчас что, сам перезарядился, что ли? А где-то тут еще что-то было подобрать. Ну-ка. С себя патроны обратно можно достать? Походу дела. Патроны и вы-то несовместимы.
Кто и где меня видит? А, вон. Господи, да как к тебе и шел первоначально. Ну-ка дай-ка я вот так у тебя. Вот так. И как это открыть? Как это открыть? И как это открыть? Ой-ой-ой. Поджечь. Так, добраться-то я добрался. Еще раз думаю. Супер. Наверняка это можно распилить. Но где взять пилу? Ё-моё. А еще раз. Распилить. Где взять Супер. Пилу? Наверняка это можно распилить. Но где взять пилу? Где ее взять? Такс. И где ты ходишь? Подожди, наверху нету здесь ничего? Нет, вот. Где взять пилу? Хороший вопрос. А, что так можно было, что так можно было. Берем. Да не туда. Так. Пилу. Где взять? Пилу. Так. Кто-то там включил. Залазь. Я, блин, почему-то думаю, что пила должна быть у того человечка, который там пристегнутый. А это типа секретной зоны. Должна вот это быть. Сколько, ладно. Смотрим. Что у нас здесь имеется. Вот патроны взяли хоть. Не зря вас упокоили. Спичек, правда, нету, блин. Кто-то еще меня видит? А, это вот этот. Взял. Ладно. Ну-ка, давай-ка я вот... Ну-ка, ка. Это вот максимально, да? Сколько там? Максимум.
Это сделать болт можно. А здесь мы ничего не можем сделать? Здесь тоже ничего не можем сделать, только здесь. Максимум. Ладно. Тихо-тихо-тихо. Боеприпасов нет. Подожди. Да. Вау. Да стой ты. Твою мать, он меня что, убил полностью? Вот, значит, как он освобождается. Все понятно. Вот так вот он освобождается. Надо по сюжету идти. Так, это я где? Вот так. Куда? Я с факелом был. Мог бы с факелом его поджечь. Максимум чего-то. Ладно. Всех их не перебить, но к этому надо стремиться. Оп. Куда ты? Кто там? Да. Ой-ой-ой, блин. Нифига не так. Так. Вот так. Да не так. И вот это будет под двоечкой. Вот так вот теперь стоять, да. Так, что у нас там? На всякий случай сделать. Так, это полное. Это какой-то что, с ядом? Хрен с ним. Сделаем. Сделаем. Соберем.
боеприпасов нет. Да стой! На! Вот так вот. Я тебя сделал. Не понял, ты кто? Ну ладно, мне, по крайней мере, он не помешал, и на том спасибо. То, что нужно. Так. Тоже хорошо. Давайте посмотрим, где это у меня теперь. Так, так, так. Какая информация? Какие варианты информации? Гарпун. Все понятно теперь. Ну, пока вот это давай оставим. Так, тут что у нас? Понятно. Здесь вариантов нет. Ключевой предмет. А что я взял? А что мне от этого? Не знаю. Честное слово, пока не знаю, не разобрался. Ладно. Итак. Тихо, тихо, тихо. Забрал. И это не все еще. Я помню, что вы здесь, падлы, лежите. Или что, или вас здесь нет уже? Куда-то ушли, или я собираю. Собирательство все равно уходит. Патроны. Давай. Так, управление удерживает пробел открыть, чтобы увидеть содержимое сундука. Откройте крышку полностью, если он заминирован. Приоткройте крышку, чтобы обезвредить ловушку. Подобрать. Так, этого у меня остального максимум. Вот ты, блин. Так бы подорваться бы еще мог. Ладно. Пила, ключевой предмет. Вот чем я должен был разрезать-то. Вот берем. Не понял, почему максимум. Только заряжаю. Вот кто-то же. Так, а там у меня что было по максимуму тогда? Шестеренок максимум, что ли? Все, понял, что у меня там максимум. Вот этих вот. Ладно. Сейчас проверим мою теорию. Да, собиралки-то, видимо, вот они собираются. Мне интересно знать только, как вы, олени, ловушки-то вот эти в действие привели. Вы же вроде не должны нажимать на них. Открываем потихоньку. Не надо врываться. Так. Тут все, больше никого нету. В гостях у зомби, блин. Перерезает прямо эту цепь. Почему-то бред такой железный, цепь, блин, за пилой. Дятина. Ну на такое не согласны. Стойте! Эй! Подождите! Офицер, вы должны взять меня с собой.
Детектив. Кастелланос. Наверное, Лесли где-то там. Мы должны его найти. Профиль сохранен. Эпизод 3 пройден. Сохранить игру. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии. Ну, попробуйте тоже играть в эту игру. Посмотрим, докуда вы дойдете. Пока!